Сегодня мы послушали, как вы его собираетесь развивать. Это очень здорово. Но инфраструктура города – это очень важный элемент, потому что такие уникальные города, которые нужно сохранить, нуждаются не просто в новом строительстве, в новой инфраструктуре. Нужно здесь не упустить самое главное – ту самую историческую сущность. Это очень аккуратный процесс. Его нужно подумать много раз, прежде чем сделать то, что мы все хотим. А это сохранить его традиции, это сохранить его наследие и, конечно же, дать возможность людям знакомиться с этим, рассказывать. Все, кто сегодня нас встречал, имеют горящий взгляд, и это очень приятно, что здесь работают такие люди. Я хочу сказать еще несколько слов о том, что те масштабные инвестиции, которые сегодня предполагаются, они меня очень даже удивили. Это тоже здорово. Но есть еще один момент, очень важный момент. Вчера операционный центр правительства Российской Федерации посещал президент и говорил о том, что деньги, которые мы собираемся вложить, все вместе вложить, государство, инвесторы, вы, люди, которые здесь живут, своими налогами будете оплачивать будущее своего города. Но очень важно, чтобы был общественный контроль, чтобы, как говорил президент, мнение, которое есть у людей, учитывалось принятие всех решений, управленческих решений. И очень важно, чтобы ни копейки не ушло, простите за такое слово, налево, чтобы не разбазарили те средства, которые по крупицам соберут инвесторы и те, кто хочет город это сделать еще прекраснее. Вот этот общественный контроль я хочу, чтобы вы обязательно сделали. Надо обязательно, чтобы, еще раз скажу, все там, все самое хорошее, то, что придумано, реализовалось. Я очень надеюсь на то, что именно общество, люди, которые здесь живут, помогут это выстроить.